Этот год для Приморья юбилейный, краю 80, но 20 октября официальной даты появления Приморского края дожидаться не будут. Культурные мероприятия стартуют уже в этом месяце. В основном выступать будут дети из приморских коллективов, как у себя в районах, так и на итоговом концерте в день рождения края. Запланировано проведение важных общественных проектов. 18 марта, в день выборов президента страны, состоится школьный референдум. Также приморцы сами определят, какой из проектов по благоустройству территории самый лучший. Те, кто внес значительный вклад в развитие Приморья и в экономику, социальную и общественную жизнь, представят к наградам. Обо всех мероприятиях подробно на сайте яприморец.рф. Приморская общественная палата, курирующая это направление, запускает его со следующей недели. Каждый сможет найти подробную информацию обо всех ближайших мероприятиях по месту своего жительства. Это будут всевозможные ярмарки, какие-то культурные мероприятия. Ну и также там же можно будет уточнить список территорий, которые подпадают под программу благоустройства территорий.